Итак, это очередной блог, как обычно. Вот, недавно с магазина пришел, до этого я работал, в общем, устал. Надо приготовить кушать, красный борщ, пожарить картошки. Потом зайти в интернет, посмотреть, что происходит в интернете. Вот, этот день, как его описать, ну, немножко такой раздражительный. Да, для меня лично он такой раздражительный. Вот, с другой стороны, как-то никаких изменений нету. Вот, хочется, конечно, перемен, но когда эти перемены будут, я не знаю. Ну и все.